Дорогие отцы, братья и сестры, я радуюсь возможности посетить Марийскую землю. Особенно подчеркиваю, что это происходит в День России. Обычно патриарх в этот день бывает в Москве и участвует в общегосударственных торжествах. Но я посчитал правильным отпраздновать этот день вместе с вами на Марийской земле, которая за последние годы, по крайней мере, через столицу свою, Йошкар-Олу, являет России и всему миру особый образ возрожденного града Китежа, явление некогда порушенной грехом человеческим божественной красоты. Да, действительно, особым образом каток гонений 20-го столетия прошелся по этой Марийской земле. И в начале 60-х годов практически всякая церковная жизнь была насильственным образом уничтожена. И те, кто закатывал эту духовную жизнь народа под толстый слой бетона, созданного человеческими злыми мыслями и фантастическими доктринами, не помышляли даже, что из-под этой толщи вновь могут произрасти зеленые побеги. Но те, кто разрушал храмы и закатывал под спут церковную жизнь Мариэл, не знали, что даже обычная зеленая трава, если ей не мешать, прорастает сквозь асфальт и бетон. Такова сила жизни. А вера людей – это сердцевина жизни. Это та самая сердцевина, в которой человеческое соединяется с божественным. И сила веры крепка не только силой людей, их воли, их верности, их мужеству, но и силой Божией. И мы видим, что через этот бетонный слой на теле, живом теле православных людей, живших здесь, на этой земле, произросло множество зеленых побегов. И уже не видно этого слоя. Он разрушился под силой жизни, как разрушается реальный бетонный асфальтовый слой под силой прорастающих деревьев. Сегодня 7-е воскресенье после Пасхи. Оно посвящено, как вы уже слышали, памяти отцов Первого Вселенского собора. Этот собор собрался в 325 году в византийском городе Никее по инициативе святаго равноапостольного благочестивого императора Константина Великого для того, чтобы решить многие важные для жизни христиан вопросы. И, наверное, первым вопросом был вопрос о праздновании Пасхи. По-разному праздновали Пасху в Антиохии, в Александрии, в Риме. И святые отцы определили, что каждый год в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия, после еврейской Пасхи, празднуется Пасха христианская. И до сих пор православная церковь на Востоке строго следует этому канону Первого Вселенского собора. Ну и установив празднование Святой Пасхи,
отцы Первого Вселенского Собора постановили, чтобы праздничным выходным днем в тогдашней империи ромеев был день воскресный. Это было очень важно, особенно для Востока, где еще сохранялось иудейское предание о выходном дне в субботу. И с тех пор, с 325 года, в нашем календаре красная цифра, всегда совпадающая с днем воскресения Христова. Но был еще один важный вопрос, который решали отцы Первого Вселенского Собора. Очень талантливый и яркий священнослужитель, пресвитер в городе Александрии по имени Арий стал проповедовать что-то, что увлекло очень многих. Он стал говорить о том, что Иисус Христос – это не воплощенный Бог, это творение Божие. Великое, самое великое, но творение. И поскольку многие, даже из архиереев тогдашней Вселенской Церкви, были вчерашними язычниками, воспитанными в классической языческой философии, то многие соотнесли свои философские знания с этим новым учением и поддержали его. Святой равноапостольный Константин, великий император византийский и всей римской тогда империи, понял, что речь идет не о личном заблуждении человека, а речь идет о возможном разрушении единства всей Вселенской Церкви. И тогда повелел созвать Вселенский Собор. И Арий был осужден. А что бы произошло, если бы Арий не был осужден? А произошло бы вот что. Если Христос не Сын Божий по Его природе, а одно из творений, пусть и даже величайшее, то это означало, что не Бог искупил человеческие грехи, не Бог восстановил в себе через воплощение помраченную грехом человеческую природу, а это сделал человек. Какое же могущество и какая сила у человека! И человек становится на место Бога в сознании людей. Он вытесняет Бога из жизни, как спаситель мира. А какой был бы следующий шаг? А неизвестно, есть Бог или нет, мы его не видели, а Христа видели. Так, может быть, и Богу поклоняться не надо. И в Бога верить не надо, а достаточно верить вот в этого великого, величайшего человека, который спас весь мир. А отсюда следует очень простая логика, разрушающая очень многое в человеческой жизни. Если человек способен спасти мир, то ведь он способен быть мерой всех вещей. Он может быть абсолютным авторитетом, определяющим, что добро, а что зло. И божественный авторитет исчезает. Он перестает быть авторитетом. И в центре человеческой жизни, духовной жизни, становится человек. Мы знаем, что в результате очень сложного исторического процесса, сопровождавшегося многими потрясениями, войнами, столкновениями, революциями, в XVI веке появилась эта идея, что человек спасает самого себя
И от человека зависит то, что происходит в мире. Человек – мера вещей. Он определяет, что добро и что зло. И мы знаем, как эта ересь, возникшая в эти сложные века нового времени, сегодня распространилась по всему миру, вытесняя веру в Бога. Вера в Бога заменяется верой в могущество человека. Иногда и у нас люди, по природе даже свои православные, но боящиеся признаться в своей вере, говорят: «Я тоже верю, только я верю в человека». Можно верить своей жене или своему мужу, а в человека верить нельзя, потому что разные люди. И с легкостью можно поверить в тирана, в убийцу, в диктатора и поддержать такого человека, особенно если он рвется к власти. И мы знаем, что происходило в странах Европы и в нашей многострадальной стране, когда человек обожествлялся и возникал культ личности. Вот один из представителей этого культа в 61 году и провозгласил Марийскую землю свободной от всякой веры. Если бы ересь Ария не была разрушена в IV веке, то у нас бы не было святоотеческого периода, не было бы всего того, что привело к великим постановлениям семи вселенских соборов. И уж точно в 2016 году, 12 июня, мы бы не осветили храм Благовещения Пресвятой Богородицы в этом городе и на этой земле, которая явила силу веры, несмотря на годы гонений и попыток искоренить ее из человеческих душ. Мы сегодня не просто вспоминаем память отцов Первого Вселенского Собора, мы вспоминаем великую победу Церкви над самой страшной ересью, метастазы которой дошли до нашего времени. Но опираясь на эти богомудрые решения Первого Вселенского Собора, мы провозглашаем великую победу Бога-человека Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия, над дьяволом и всяким злом. Мы исповедуем Его воскресение, которое и явилось знаком этой победы. И на этом фундаменте сегодня и произрастает религиозная жизнь современных людей. И с радостью отмечаю в нашей стране. С праздником всех вас сердечно поздравляю!